Спустя более чем полвека вскрылись новые подробности гибели Патриса Лумумбы, первого премьер-министра Демократической Республики Конго. Известный британский политик лорд Дэвид Эдвард Ли заявил, что убийство – дело рук Ми-6, утверждая, что получил эти данные лично от Дафны Парк. Она была главой подразделения разведки в Киншасе в момент убийства Лумумбы. По словам Ли, в 2010-м, за несколько месяцев до смерти, она призналась, что лично организовала покушение на лидера ДРК, и выглядело оно как гибель от рук местных сепаратистов. Объяснилась и причина. Британские спецслужбы подозревали, что премьер африканской страны находится под сильным влиянием СССР. Представитель посольства Великобритании в Москве уже заявил, что британское правительство не давало санкций на устранение Патриса Лумумбы.